всех! И сегодня у нас видео про родителей. Да! Как бы это страшно ни звучало, но родители нас обманывают. И сегодня мы вам покажем несколько ситуаций. Ваше задание, как всегда, нужно досмотреть видео до конца и написать нам в комментариях, если вы узнали какую-то ситуацию. А также не забудьте поддержать нас лайком. Ну что, а мы начинаем! А вы когда-нибудь что-то ломали? И что вам на это говорили родители? Так-так, кто разбил мой телефон? Мамуль, я не знаю. Так, скажи мне лучше правду. Ну, мамуль, я правда не знаю. Ты не бойся, я тебя не буду наказывать. Правда не будешь? Нет, нет, не буду. Ну ладно, это я сделала. Ах, это ты сделала. Все, неделю будешь сидеть дома. Ты наказана. Ну, мама, ты же сказала. А вы когда-нибудь съедали косточки от арбуза или от яблока? И вот что на это говорят родители. Ой, мама, я косточку съела. Что же теперь будет? Что теперь будет? Дерево в животе вырастет. Ну, а это, думаю, всем говорили. Ай, мам, я еще хочу. Хватит пить, а то лопнешь. Вкусненько. Мам, я еще хочу конфетки. Доча, а у тебя попа не слипнется? Когда вы рисуете какой-нибудь рисунок, родители всегда говорят, что это красиво. Папа, мама, смотри, какой я рисунок нарисовала. Правда красивый? Да, доченька, очень красивый. Ты прям художница у меня. Родители очень любят говорить слово «завтра». Мама, смотри, купишь ты мне такого мишку? Да-да, завтра куплю. Посмотри, вот такая сумочка. Да-да, доча, конечно, завтра. Смотри, я тоже хочу такую кофточку. Да, доченька, завтра. Мама, ты мне вчера обещала, что ты мне сегодня купишь мишку. И сумочку, и кофточку. Да-да, доча, завтра. Когда же придет это завтра? А история про зубную фею. Доченька, я оставила твой зубик под подушкой. А что потом придет зубная фея? Да, и поменяет твой зубик на монетку. Ой, здорово! Скорее все зубы выпали. А если мы себя будем плохо вести? Если ты плохо себя будешь вести, Дед Мороз тебе не принесет подарки. О-оу! Все дети любят косить глаза. И что на это говорят родители? Мама, смотри, что я умею. А ты так умеешь? Доча, не коси глаза, а то такой останешься. Ой. Родители всегда говорят, что они не вели себя как мы, что они были послушны. Мама, я пошла в кино! Стоп, какое кино? Вот я в твоем возрасте сидела дома в куклы играла, а она в кино пошла. Нет, сиди дома. Пытаются нас накормить и говорят, если не съешь, то не вырастешь. Мама, я не хочу кушать шпинат. Уже кушай, а то не вырастешь. Смотри, какая молекула. Бывает такое, будет тебе рано. И говорят, уже час дня. А на самом деле, еще утро. Ксюша, просыпайся, уже час дня. Смотри, до обеда проспала. Давай, вставай быстро. Еще чуть-чуть. Мам, какой час дня? Сейчас 9 утра. Когда родители собираются в гости, они говорят, что мы идем совсем ненадолго. А на самом деле... Доченька, мы пойдем к тете на полчаса. Да, я знаю ваши полчаса. Нет, правда, только полчасика.
Мама, ты сказала, только полчаса, прошло 3. Ну и что, зато весело было. Например, ваши родители сказали, что вы завтра идете в бассейн. Вот пришел завтрашний день. Доча, завтра идем в бассейн. Ура! Мама, ну что, идем в бассейн? О нет, Доча, сегодня не получится, завтра пойдем. Мам, ты же вчера сказала завтра. Это значит сегодня. Нет, Доча, завтра это завтра. Что говорят родители, когда умирает питомец? Мам, куда делись мои рыбки? Ну они же там. Там плавают. Посмотри хорошо. Мам, нет, там нет ни одной рыбки. А, ну значит они убежали. Как убежали? Куда? Ну, про морковку, наверное, все знают. На, Дочь, кушай морковку. Тогда у тебя будет хорошее зрение. И не будешь очки носить, как я. Но эту знаменитую фразу вы точно знаете. Смотри мне, будешь обманывать, вырастет нос, как у Буратино. Да-да, у тебя, не у меня, у тебя. Когда мы у мамы просим телефон, что она нам говорит? Мам, дай мне твой телефон. О, нет, дочь, у меня батарейка села, смотри, не включается. У меня батарейка села. А когда мы сидим долго в телефоне, что нам говорят родители? Доча, если ты будешь долго играть в телефон, ослепнешь. Ребятки, вот мы и показали всех ситуаций. Надеемся, вам понравилось это видео. Если так, то ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Всем пока! На, доча, ешь морковку. Тогда не будешь надеть очки, как я. На, доча, ешь морковку. Беру. Доча. Доча! Доча, долго будешь играть в телефон, ослепнешь, как я. Доча, у меня рука болит! Все. Best friend stands. Fortnite. Мамочка, иди. Это ты меня толкнул.